Мой дед Логинов Прокофий Николаевич родился в 1907 году. Был призван в 1941 году в Минусинском военкомате. В 1942 году пришла повестка о том, что он погиб на территории Украины. Но так случилось, что он выжил один из своего артиллерийского расчета. Первый совершен подвиг. На его расчет артиллерийский вышло 60 танков. Нужно было сменить дислокацию. В этот момент попал снаряд в автомобиль, на котором они передвигались и тащили пушку за собой. Нужно было вручную все это организовать. Они организовали и открыли огонь. И все это сдержалось. Все те подвиги, которые совершил мой дед, который передал гены правильные, нужно было принимать решения, как нужно было их принимать. Это могут принимать только настоящие мужчины, которые берут ответственность на себя, вне зависимости от их рангов, там, полномочий. И я помню, я горжусь.